Savas 130. Jubilejas priekšvakarā Rīgas Krievu teātris nolēmis pasniegt sev un skatītājiem lielisku dāvanu – izrādīt Aleksandro Ostrovska komēdiju Meš, Igora Koņājeva iestudējumā. Ну да, лес – это, конечно, лес жизни, это же метафора Островского, поэтому, конечно, это история про жизнь, про очень тяжелую и сложную жизнь, да, в которой так или иначе надо выживать как-то. В лесу же надо выжить. Да. Есть абсолютное точное распределение актеров на лес, потому что это очень важно. Вот, знаете, как вот… Глупо ставить Ромео и Джульетта, когда нет Ромео и Джульетты. Да. И глупо ставить лес, когда нет Счастливцева и Несчастливцева, когда нет Гурмышской. Понимаете? А тут есть и Счастливцев, и Несчастливцев, и Гурмышская, пожалуйста, вам. Здесь надо все-таки слушать и думать, и размышлять про жизнь. Ну, что в театре вообще принято делать? Размышлять, смотреть, смеяться. Поэтому приходите, мы только рады, рады вам всегда. Выполняйте мои приказания хорошенько. Я вам не Раиса Павловна. Вы у меня здесь все по струнке ходить будете. Понял? А то марш со двора. Слушаюсь, барин. Мы не то видали, поживешь на свете и не таких чудес насмотришься. Карпуш, давай не разговаривай, да? Я этого не люблю. О, разговаривай. А то... Ну, можешь идти. Здравствуйте. Господин Несчастливцев. Так ты знаешь, что я Несчастливцев? Знаю. Значит... Будешь вести себя осторожно. Tā, nu un tagad pie galvenā, tā tad loma aktieris. Jā, spēlē ir aktieris. Kāds tad ir? Es baidos šodien kaut ko runāt. Mums šodien pirma izrāde. Es tikai gribu teikt tikai vienu. Mūsu režisors ir Kasvetki. Un tas, paldies Dievam, lai būs viskārtībā. Дядя утром идет в лавку. Тетя весь день пьет чай и вздыхает. Глянет на меня, ахнет и промолчит. Несчастный ты человек. В своей душе ты погубитель. Katja, tev jau arī jau kurā loma ir, tā teikt, nu varētu teikt, došai rakstura loma, vai ne? Un kāda ir šī te kalpone? Nu, man patīk šitās te raksturīgas lomas vairāk nekā, tāpēc, ka man patīk spēlēt raksturs tieši, kādas tādas ļoti, ļoti divainas cilvēkus, tas ir priekš manis interesantāk. Un es ceru, ka viss būs kārtība. Un skatītājiem, man liekas, iespiežās atmiņā ļoti tas. Es ceru. Jā. Probabli. Nelīdzičku. Izrāda ļoti piesātināta. No A līdz Z, tur principā ir viss. Tāpēc es domāju, ka skatītājiem ir jābūt gataviem. Jako, aicinu skatītājus nākt uz izrādu. Nu... Es ceru, ka būs viss labi. Mēs gaidām un ceru, ka būs viss kārtībā. Es tā domāju. Būs. 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 Viennozīmīgi būs. Komēdija Mešs Rīgas Krievu teātrī skatāma no 26. oktobra. Bravo, tētuška! A šo sēdīte, gospodā, sēdīte! Jā, tētuška!